Вот мы находимся в магазине Bull No Style. Здесь огромное количество всевозможных плиток для стенок, для пола, чего только может душа пожелать. Всевозможные красивые модерновые цвета. Это сейчас очень модно для современных дизайнов. Вот такие красивые. И рядом тут же такие под дерево всевозможные цвета. Здесь плитки лежат, можно просто подходить их набирать прямо в коробках. А вот тут же находится дизайн. И примерно можно подобрать, если человек не имеет представления, что он хочет сделать, вот получается довольно такие красивенькие дизайнчики. Плитка похожа прям вообще на кружево. Это все простенько здесь. Оказалось, что в этом месте нету достаточно вашей плитки. И нам придется подъехать к их складу. Это недалеко, несколько кварталов отсюда. Но тем не менее нам придется немножечко отъехать. Сейчас мы зайдем в другое помещение и снимем еще плитку. Вот эти цветные мне очень нравятся. Очень красиво. Они мне не подходят по стилю, но вообще-то говоря, очень красиво. Вон здесь стеклянная плитка висит. Мозаика. Ой, красиво. Ну, это всевозможные вставки, конечно, для того, чтобы всю ванну этим делать, это, в общем-то, будет довольно-таки дорого. Ну, вот так это очень здорово. Тоже дизайны дополнительные. И вот эти плитки, которые мне очень нравятся, они похожи на деревянные доски. На самом деле, это керамическая плита. И вот как она смотрится. На стенке установлены. Вот это примерно то, что у нас будет, но с вариациями. У нас будет не совсем так. Вот еще эти плитки, которые выглядят как дерево. Вот это тоже в керамике. А вот керамика, она еще блестящая. То есть она как бы деревянная, но уже совсем блестящая, красивая. Это сейчас очень модно и популярно. Вот такие делают блестящие плитки, но якобы это под дерево. С того момента, как я здесь была в прошлый раз, появилось еще больше их многообразия. Может, даже мне какие-то больше бы подошли по цвету. Может, я даже ошибку сделала. Не знаю. А вот здесь стоят всевозможные направляющие окончания. Компания называется Bull Nose, поэтому у нее огромный ассортимент всевозможных окончаний плиток. Я не знаю, как это сказать по-русски, но вот то, что Bull Nose, это когда плиточку нужно завершить, ее конец. И вот всевозможное количество вот этих вот направляющих разной толщины, разного. Вот эти все такие вот. Их огромное количество. Белые, желтые, любого цвета. В общем, вся эта красота. Мы делаем эту штучку вот такой тоненькой. У нас будет очень тоненький кончик. Видим? Будет очень симпатично. А есть вот толстый, если кто-то хочет толстый проложить. Вот, ну хорошо, сейчас узнаем, где наша плитка. И поедем на склад. Мы приехали на склад этого магазина Bull No Style Company. И вот это огромный склад, где хранится плитка, нескончаемый склад. То, чего нет в магазине, уже все есть здесь. Здесь уже нету шоу-румс, потому что сюда приезжают уже просто за непосредственным товаром.
А нашу плитку уже вот нам приготовили ее. И вот она лежит уже здесь у входа. Все наши 9 коробочек. Сейчас придется с персоном, мы с ними поговорим. И они нам помогут все это погрузить.